Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь рецепт средства, которое сделает твою кожу после депиляции гладкой. Существует множество способов избавиться от нежелательных волос в домашних условиях. Бритва, крем, воск. Но после их применения зачастую появляется неприятная щетина, раздражение или вросшие волосы. Итак, ингредиенты. 1 чайная ложка пищевой соды. 1 столовая ложка кофейной гущи, пару капель оливкового или косметического масла. Приготовление. Смешай кофейную гущу и соду. Чтобы средство не получилось слишком сухим, добавь несколько капель масла. Компоненты хорошенько перемешай до получения однородной массы. Полученную смесь наноси на участки с нежелательными волосами, предварительно распарив кожу в душе или ванной. Скраб распредели равномерным слоем и массируй приблизительно 10-15 минут. Затем смой теплой водой. Ежедневно используй данное средство. Курс депиляции 1 неделя. Только старайся наносить средство равномерно, без пробелов. Учти, что это средство лучше не наносить на зону бикини, ведь там очень нежная кожа. Но для ног и рук это просто идеальный вариант. Уже спустя неделю тебя порадует безупречно гладкая кожа. Также следует помнить о том, что чрезмерная растительность на теле может свидетельствовать о гормональном дисбалансе, а в таком случае лучше обратиться к врачу. Такую процедуру удаления нежелательных волос уже оценили многие женщины. Напиши в комментариях, как часто ты делаешь депиляцию, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями, подругами.